Я думаю, что судьбы очень многих народов в России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться. Ну, просто кардинальным образом. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня. Ну, будут московиты какие-нибудь, там, уральцы и так далее.